КНР растет объем кредитования в агропромышленном комплексе. В одной только провинции Чжэцзян сельскохозяйственный банк Китая выделил к февралю около 50 миллиардов юаней на кредиты, связанные с весенними полевыми работами. Еще примерно 60 миллиардов на те же цели направил почтовый сберегательный банк. Фермеры из Поднебесной отмечают, что в последнее время получить кредит стало гораздо проще. Я подал заявку на кредит, чтобы купить беспилотник для сельскохозяйственных работ. Ее одобрили уже на следующий день. В этом году резко вырос спрос на кредитование в сельскохозяйственной отрасли. За первые два месяца мы выдали кредиты на сумму почти в 2 миллиарда. Втрое больше, чем за тот же период прошлого года. Банки должны своевременно реагировать на нужды фермеров. А страховым компаниям также следует подключиться к поддержке весенних полевых работ. В Государственном управлении финансового регулирования КНР отметили, что страна прилагает огромные усилия к развитию инклюзивного финансирования в сельском хозяйстве.